Музичко! Мое почтение, товарищи, говорит и показывает Лига. И на повестке дня у нас сегодня Splinter Cell Blacklist, как вы уже поняли, где мы будем заниматься спасением Соединенных Штатов Америки. Вам приятного просмотра, а мы погнали. Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Так, у нас, короче, нарисовалось задание. Очки с эхолокатором. Обратитесь к Чарли, чтобы купить очки. Где Чарли? Так, Чарли, как мы помним, где-то наверху сел. Чего? Не эйкай на меня, ты сейчас как эйкну, блядь, поебало. Сталлоне! Hey. Хватит Чарли. Эйкать на меня. Очки, Эйси, давай. Я тут недавно заглянул в медкарту Вика. Ты что, взломал их базу? Разве это взлом? Было бы что ломать. Чарли. Так вот, новости. Скорее хорошие. Ему лучше, даже пришел в себя на пару минут. Ты же хотел это знать? Вик, это кто не Спасибо помнит, тебе. Наш кореш из первой серии, с которым мы на вертолете подзорвались. Ну а вообще, можете посмотреть сами и понять, кто такой Вик. Подбор снаряжения. Так, очки. Бесплатно, блин, а я их чуть за деньги не купил. Я же хотел, в прошлой серии они стоили около сотки что-то. Может нахер вообще тут что-то покупать, тебе со временем все это будут выдавать бесплатно? Слушай, ну это справедливо хотя бы, то есть такие игры, где как бы вы компания, вы как бы работаете вместе, вы там молодцы вообще, друг за друга горой. А вот, блядь, друг другу всякие штуки мы нахуй почему-то продаем, блядь. Но тут хотя бы бесплатно дают, купить и применить, давай. Отлично, датчик следов уже у нас стоит 30 тысяч денег, а для чего он нам нужен? Маркирует свежие следы противника, для переключения эхолокатор, ночное видение, нажмите Х на селекторе, точнее X. Так, подожди, отставить, я хотел себе новую пуху купить, это конечно все хорошо, но я хочу себе новую пуху. Например, вот это. Мощность, точность, дальность, эксплуатация, замечательно, мне нравится, берем. О, у нас уже прям следующий сразу открылся. Так, еще у нас осталось 135 тысяч денег. Это еще круче, да? 130. Ладно, подожди, сейчас посмотрим. Доп. Оружия хочу посмотреть. Вот это тоже поинтереснее, давай. А то что-то мое оружие меня не устраивает. Пистолет какой-то кривой, блядь. Или это Семен такой кривой. Ты, сука, целишь в голову, он стреляет куда-то в ухо. Или, блядь, вообще хуй пойми куда, по воробьям. И мне это, знаете ли, не очень нравится. Дробовики! А чё я сразу не увидел? Нахрен я автомат-то купил, если тут есть дробовик? Блять. Подожди, отменяй. Отменять хочу. Сука, ну уже купил. Ладно, сейчас, короче, походим, повоюем с этой штукой. А потом когда-нибудь купим дробьюк. Я же себе еще арбалет хотел. А он стоит 100 тысяч денег. Ладно, в следующий раз мы покупаем арбалет. Все отлично. Я готов. Погнали. Подбор снаряжения, задача... Задание Чарли. Че тебе надо? Ты только грим достаешь или есть другие дела? Ищу инфу на наших друзей. Попросил приятелей кое-что нарыть. И это не обнаружилось, Амай? Не знаю, но... Скоро выясним. Есть один беженец из Пакистана, сейчас живет в Йемене. Он оставил для меня посылку там в посольстве. Посылку? Он не доверяет технологиям? Не с такой штукой. Он сообщил, что за ней идет охота. Ты доверяешь ему так, что отправляешь меня туда? Ну да. Да, доверяю. Тогда отправляемся. А, нет, стой! Не хочу! Нет, потом. Это все мы будем проходить потом. На этом надо. Все. Узнаю что-то еще, дам знать. Нужно немножко шмоток себе поднабрать, улучшить все там, прикупить себе чего-нибудь красивого, модного, мощного. Не хочу я пока туда лезть. Видимо, особняк Нури. Хотя, с другой стороны, мы можем в этих второстепенных заданиях прокачаться. Но это потом. Я хочу сначала сюжетку. Американская жизнь. Так, это у нас пройдено. Это, скорее всего, где-нибудь здесь задание Чарли, да? Вот сюда он вроде сказал. Ну ладно, это все потом. А, вот новое. Частное поместье. Поехали. Давай. Сэм,
У нас проблемы. У вас всегда Питер проблемы. Прорва данных о Кобине. Многие говорят, что он пошел на сделку с дядей Сэмом. Как они узнали? От нас. Что? Грим не сказала? Чикаго не дало нам никаких наводок. Ты велел начать охоту. Это приманка. Без моего ведома? Почему ты все решаешь по ходу дела, а нам нельзя ничего предпринимать? И что, по-твоему, нам это дает? Резу Нури. Спустя час, как я слила инфу о Кобине, мое письмо переслали ему кучу раз. Программа слежки? Обычный веб-маячок. Поновее фото не нашлось? Зато информации полно. АНБ считает, Нури связан с Ираном. Фото загружено, Грим. Спасибо. А ты кто, блядь? Лысый. Дом у него просто крепость. Новейшая сигналка, военная охрана. Ерунда, Сэм. Если хочешь идти на штурм, у меня есть то, что надо. Что? Прямо сейчас? Я, в общем, еще не доделал. Я сейчас принесу. Ну а принесу. Что сиськи мять? Все, погнали, давай, неси. Наши действия. Сейчас, подожди, он подумает. А, начать задание. Пауза, а если паузу нажму? Сложно, сложно. Начать задание, конечно. Нури знает, что ты у нас. Здорово, Андрюх. Он думает, ты сдал его. Черт, как он узнал? Невезуха. Хочу знать, чего он задергался. Не знаю. Я поставляю оружие, он людей, у нас полно общих друзей. Я сумел встроить ЭМИ и высокоплотный конденсатор в трикоптер. Надо еще доработать. Но если хотим сломать систему защиты... Что в чемодане? Термит. Взял у друзей взлом... Ну, в общем, у приятелей. Добавь к снаряжению. Расскажешь что-нибудь еще, Кобин? Слушай, я знаю парня, который делал для Нури систему охраны. Могу расспросить. Поехали. Опистофали. Тебя точно ждет засада. Если хочешь обхитрить его, прихвати с собой мины и камеры-липучки. Есть камера-липучка. Так. Че еще? Где мины? Вот они, мины. Нихуя себе! 86 тысяч денег, а я думал, вы мне бесплатно дадите. Я вас, по-моему, перехвалил, ребят. Ну давай. А у меня денег нет на нее. Получите деньги за выполнение заданий компании и 4E. Четвертый эшелон. В играх шпионы и наемники или за испытания ShadowNet. Охуительно. Ладно, без мины как-нибудь. Поехали. Стоп. Камера липучка берем. Светошумовая. Осколочную давай возьмем. Если не можем взять мину, то давай хотя бы осколочную возьмем. Че еще? Светошумовую. Да давай все брать, блин. Все, что доступно, все берем. Шумовая липучка тоже хорошо. Дымовая шашка. Нет, нам дымовая шашка нахуй не нужна. А вот липучка бывает полезна. Все, я готов. Поехали. Кобин что-нибудь сказал? Не поверишь, сказал. У Нури есть бункер на крайний случай. Правда, источник Кобина не знает, где именно он находится. Шикарно. Хочешь подождать? Нет. Нам это даже на руку. Зачем гнаться за Нури? Он сам себя в угол загоняет. Как мы заставим Нури скрыться в убежище? Вырубим ему свет. Дай мне доступ к пункту охраны. Я найду разведвитель и дело в шляпе. Место? По дороге к главным воротам. Скину детали на твой обсад. Короче, сейчас пройдем сюжетку. Если останется время, попробуем что-нибудь выполнить из второстепенных заданий. Деньжат подзаработать. Так, ребята. Добрый вечер. Давай нелетально. Будем вас убивать. Иди сюда. Иди. Оп. Где-то там я видел сейчас ноутбук. Вот он. Он мне нужен. Но нужно сначала вырубить свет. То прям у меня там что-то светит. Ну, вырубить свет или вырубить мужика. Вон того.
Сейчас посмотрим, что сделать проще. А, ноутбук вообще в той хате. Тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Где мои пикалки? Эхолокатор, ПНВ. А, так, подожди. Слушай, прикольно, а мне нравится. Можно вообще вырубить это. А как? Вот так. А, стоп! Нам надо его немножко... А я не взял эти штуки? Электрошокер, который... Камера-липучка, шумовая липучка. Да, давай мы тебя немножко отвлечем, а то ты как-то уверенно пиздуешься до гнам. Так, подожди. Давай мы тебя будем не сильно убивать. Ёпс. Хорош. И вообще выкинуть тебе надо отсюда. Куда этого бомжа спрятать? Да нет, на бомжа не похож, прилично одетый молодой человек. Так. Я не знаю, давай его здесь положу. С друганом поваляйся. Вам будет о чем поговорить. Так, где-то здесь ходило тело какое-то молодое. Ёп! Блять, что за хуйня сейчас была, я не попал? Выстрелы оттуда! Оп! А, да-да-да, мы это проходили уже. Вот он! Слушай, а электрошокером поприкольнее. Сейчас пистолета бы пришлось у него засадить, охренеть как много патронов. Ух, блядь, собака! Иди нахуй! Дура! Так, они со всех сторон начинают сбегаться, да? Все, блядь, приехали, ага. Это нормально, мы так обычно всегда начинаем. Сначала опиздюливаемся, а потом еще раз опиздюливаемся. Все, вниз давай. Зацепись, пожалуйста, за веревку. Блядь, так все хорошо начиналось. Ну, суки, теперь никакой жалости. Я хотел с вами по-нормальному, никого не убивать. Теперь я вас всех буду хуячить направо и налево. Так, эхолокатор хочу. Почему он показывает только одного? Их же там ходит как говна. Блять, этого молодого человека... Сука. Этого молодого человека надо опиздюлить. Слезоточивый газ. Нет, это не наши методы. А подожди, а чё я... Так можно сделать по-быстрому. Шмяк. Все. До свидания. Так, теперь тут. Один. Да не пиздите, их тут миллион. А можно как-нибудь обойти? Я сейчас зайду, он меня сразу просекет. Просекет, если я его сделаю вот так. Тогда вообще никак не просекет. Опа, ноутбук. Давай взламывай, нам нужно много деньгов. Я хочу арбалет. Что-то пикает, как будто здесь где-то мина есть. Можно было здесь еще войти, кстати. Чего? Блять, что случилось? Тихо. Оп, хорошо. Вы главное не волнуйтесь. Все так задумано, все по плану. Блять, здесь еще где-то собака сраная ходит. Вот она, блять. Ну вот, очередной собачник. Сука, а как ее отвлечь? Походу никак. Раз мужик, два мужик. Интересно, я добью отсюда?
точнее Семен добьет. В недосягаемости. Ну конечно, блядь. Никто не ждал другого. Тихо. Спокойно. Вот сейчас он в досягаемости, но я его и отсюда могу достигнуть. Ёбаная собака. Спокойно, спокойно. Главное без суеты. Блять, какая суета, они мне сейчас придут, пизды дадут все друг другу. Автомат давай. Давай, подходи. Поближе, поближе. Вот черт. Давай, я подойду, если вы не хотите. Внимание, парни! Слушай, нормальный автомат. Нет, это не я. Блять, думал, хватит патронов. Кто подберется? Даже не смей этого делать. Вот и все. Что-то с подбиранием. Блять, а кто это делает? А, там еще один остался. Ах ты, сука. Я знаю, что ты где-то там. И я приду за тобой. Некому отзываться, брат. Все пали смертью храбрых. Или не очень. Можно было по бочке въебать. Классно бы взорвалось. Ну что у вас там? Хорош! Как ты думаешь, если тебе не отвечаю, что тут может быть? Блять, долго мы с тобой в прятки будем играть? По-моему, да. Стой, куда побежал? Вот и все. Делов-то, блин. Нет, не наш метод. Да, вот въебать дверь с ноги — это наши методы. Я хотел просто перепрыгнуть вон там. Ну, Семен, блядь, порешал эти вопросы быстро. Уебал калитку с ноги. Бесшумно. Мухи жужжат. Говной воняет, что ли? Еще один ноутбук. Так, вот эта вот штука мне не нравится. Я официально заявляю. Подключи. СМИ прав. Я в комнате безопасности. Я все могу взломать. Пусть Чарли перенаправит видеопоток в СМИ. Подключу программу распознавания лиц, чтобы найти Нури. Нашла, Сэм. Он идет в дом. Балкон — слабое место системы охраны. Подтверждаю. Тенек бы не помешал. Надо вырубить питание. По камерам есть хороший обзор территории? Сейчас тебе все скину. Много энергии идет к щитовой будке у бассейна. Видимо, там под землей главный трансформатор. Я туда. Я вас понял. Через окно сзади. Открываю под его. Землю в главный трансформатор. А, и спасибо. А я уже хотел залупиться, как я еще из него вылезу, если оно заблокировано, блин. Ой. А мужики-то уже побежали, сука. Куда нам идти-то? Тенек бы нам не помешал, да? Ага. Пойдем по воде. Ой, что такое? Споткнулся? Бедолага, да как же так? Не ушибся там, нет? Под ноги смотреть надо, блядь. Голову пробил, дурачок упал. Блядь. Там кто-то есть, отвечаю. Семен, развернись, блядь. Оп, тихо. Сейчас мы вот так сделаем. Уничтожить. Вот и все.
нам куда-то в ту сторону. Ну, пойдем. Тихо, аккуратно. Постараемся особо не отсвечивать. А я там вижу уже ребят с фонарями. Спокойно, Семен. Семен, видишь угол? Видишь стену? Спрячься за ней, пожалуйста. Давай поближе. Тихо, блядь. Собака! Блядь, надо его валить. Все, тихо, спокойно. Блядь, а кто меня видел? Не должен был никто увидеть. Вижу его! Тебе показалось. Попадай, Семен, сука! Побежали нахуй. Блядь! А, быстрее, блядь! Пизда, не успел. Ёбаная собака, блядь. Почему, когда убиваешь человека, то ничего. Когда убиваешь собаку, все нахуй просто агриться начинают. Чё за бред, блядь? Сейчас я вас всех поубиваю, уёбки. Как у меня горит очаг. Это чё? Заперто. Удерживайте, чтобы поднять. Блять, не хочу. Выкинь это говно. Короче, надо абсолютно всех, блять, вырезать, чтобы потом не было вот такой херни, как только что случилось. Вроде никого, ебать, они просто со всех дырок начинают лезть. Тут заперто. Вон там двое были, я помню. Блять, там еще один идет. А, давай иди. Вот так вот. Вот и ладненько. Оп, вон он ходит. Блять, убрать бы их куда-нибудь. А куда их вот особо-то убрать некуда? А, все верно, вот отсюда они прибежали и вздрючили меня. Вон там где-то еще ходят. Караху! Мира! Давай, иди сюда. Да ебаный ты в рот! Собаки, ебать, копать! За диван спрячься. Все, пиздец. Сейчас я огребу. Пиздец. Чё за хуйня? Есть такая хуйня, да, когда ты пытаешься по стелсу все проходить, потом тебя, блядь, убивают, потом еще раз, а ты уже, блядь, просто хуятишь на пролом, а у тебя не получается, тебе это бесит, и ты все равно хуятишь на пролом. Ой, сука, блядь. Где эта ебаная собака, сука? Вот они ходят, два уебка. Вон она, собака, блядская. Да как ты меня увидел, ёб твою мать? Сейчас они, я спрячусь, они меня не увидят. Ага, можно было и так, да? Сэм, нужно загнать Нури в его бункер. Отключи электричество в доме с помощью эмитрикоптера. Я понял, подожди. А я могу его выбрать, кстати? Или мне сначала нужно туда добраться, чтобы его использовать? Ну-ка. Раз, два, три, четыре. Вот, блядь. Да, возможно, мина бы здесь не помешала. Не попадет, нет, Семен не попадет. Он, блядь, только с 5 метров, сука, попадает, и то не всегда. Ага.
Назад. Назад! Во. Где эти уроды? Так, где-то здесь. Охуенно. Это я не попаду, это 100 пудов. Вот еще один. Блять, когда вы успокоитесь? Я не хочу туда идти. Их там очень дохуя. Нет, не попадет. Блять, и как мне отсюда свалить теперь? Давай попробуем как-нибудь так. Блин, тут недалеко-то дойти осталось. Давай потихоньку, может получится. Здесь никакая сволочь не вылезет. Почему они так все агрятся на убийство собаки? Я людей пачками, блядь, валю. Никто не видит, а собака, она в принципе, блядь, была вне зоны их видимости. Я ее убиваю, они просто, сука, со всех сторон сбегаются. Чё за бред? Сейчас, подождите, свет потушу, охуеете у меня тут. Батя в здании. Докладываю. Чарли, трикоптер работает? Телеметрия в норме. Помех передачи данных нет. Ладно, поехали. Так, и чё, куда? А, вот сюда. Осторожней, Сэм. Он все же не бесшумный, и Эми тут не поможет. Не волнуйся, я сберегу твою игрушку. Но это не точно. Не бесшумный. Нахуй ты мне его дал тогда? Столовый, блядь, ты же знаешь, как мы работаем. А как наверх? А, пробил. Очень давно уже не было ни одного противника, целых 3 минуты. Где они все? Мне это не нравится. Сэм, ты почти у распределителя. Хорошо. Нет, давай повыше. Чем выше, тем лучше, как мне кажется. Так, где-то здесь один ходил. Вот он, сука, их там... Ой, блядь, он там не один. Мне надо. Мне нужен люк в потолке, которого здесь нет почему-то. Но это палево, мне кажется. Ладно, давай понизу попробуем. Бзз, иди сюда. Они меня не видят? Может, шокером уебать его? Сука, попади! Бесполезный кусок ебаного говна. Он все же не бесшумный, и Эми тут не поможет. Не волнуйся, я сберегу твою игрушку. Ай, блядь! Чуть не разъебал. Какая у него скорострельность? Ну-ка. Раз, два, три. Нет зарядов. Нет боеприпасов, сметь оружие. Охуенно я, блядь, все расстрелял. Ну ладно, давай попробуем. Было всего 3 снаряда.
И это плохо. Да в пизду. Нормально все. Где? Вот сюда. Сэм, ты почти у распределителя. Ага. Так, нормально. Тихо, тихо, тихо. Ну давай, давай, залетели. Хуй! Все, теперь мы знаем, что... А, у него 4 Сэм. Снаряда. Он все же не бесшумный, и Эми тут не поможет. Ой, завали свой пиздак, пожалуйста. Не волнуйся, я сберегу твою игрушку. Нет, не сберегу. Уже 2 раза не сберег. Теперь наверх. Знаю. Ай! Сейчас надо этого сразу энергично быстро выключать. Сэм, ты почти у распределителя. Да ёбаный ты, блядь. Во. Так, нельзя было с первого раза попасть. Тихо. Оп, готов. Эми на готове. Отлично, что делать? Контрол взорвать. Бом, началось. Есть визуальное подтверждение. В здании темно. Нури запрется в своем бункере. Мне нужны координаты. Ух ты. Я пока ищу. Отметила 2 возможных пути в здании. Через балкон и боковую дверь. Отправляю тебе на обсад. Через балкон я уже знаю. Но ближе до боковой двери. У нас проблемы. Света нет. Ладно. Проверь подвал. Живей. Подвал это ко мне, да? Нет, я не хочу, чтобы вы ко мне шли. Пизди его. Молодец, Семен. Все-таки не такой ты бесполезный. Че за хуйня? Подожди. По-моему, к двери мы хрен подойдем. Ладно, попробуем. Давай, пошел. Сэм, у нас проблема. Какие? Мимо владения Нури несколько раз проехал черный грузовик. И че? На военной радиочастоте говорят на фарси. Будь осторожнее. Все, батя в здании, докладываю, батя в здании. Грим, бункер у него сборный? Нет, блядь, разборный, да. Я ебу, что ли? Из отличного титанового сплава. В твоих очках должен светиться. Сэм, нахуй Нури пошел. Понатыкал инфракрасных лазеров, прервал я луч, уже увидел тревогу. А, да? Я понял вас. А так их вообще не видно. А так? И так не особо. Так, можно это как-то разобрать? Пробел лезть. Полезли. Блять, блять, отходим, отходим, отходим. Да спрячься ты, заебал. Отходим. Сука, сзади может выйти. Пойдем сюда. Нам это не нужно. Оглядись через очки. Стоп. Так, подожди. Через очки. Ага. По вот этой штуке мне нужно идти, да? Что это такое? Короче, где-то вот здесь, на втором этаже, есть штука, которая мне нужна. Пойдем. Блять, нихуя себе вас там! Так, а что же делать? Осколочная нет. Светошумовая. Слишком палевно. Слезоточивый газ. Да. Здесь никого. Граната! Ищи слабые места, чтобы попасть. Охуенно! Просто, просто заебись! Это, блядь, лучшее решение мое было за всю игру. В лоб уебать, блядь. Бункер у него сборный? Он пока здесь. Бегите же.
из отличного титанового сплава. В твоих очках должен светиться. Сэм, Нури понатыкал инфракрасных лазеров, прервал луч, поднял тревогу. Давай, где здесь? Где-то здесь. Вот он, бункер. Понятно. Все, я вижу. Где-то вон там. На второй этаж, короче, сука. На втором этаже пизды дают. Не успел я тебя жахнуть. Че, ты подойдешь? Никого, да? Вот, блядь. Беда. Надо не забывать перезаряжаться. Оглядись через очки. Чего? Подожди, их там толпа целая ходит. Раз, два, нихуя себе. Сюда иди. Сука, убежал. Оп. Хорош. Я почти пришел. Так, стоп, мне же его нужно сначала отрубить. Как там? Вот сюда. По-любому, блядь, лишь бы никто не пришел. Ну-ка назад маленько. Надо его выключить. Ищи. Нет, не лезь. Места бункера, не лезь. Чтобы попасть внутрь. Семен, не лезь. Бьяна. Да ёбаный ты в рот! Он там. Да ладно, блядь. Чёрт. Ты доебался. Туда не влезть. Каков будет план? Тихо, объявится. Там! Все, объявился. Хуй возьмете, суки. Где ты? Предложу попробовать через верхний этаж. Блять, тут, по-моему, очень много. Да, тут уйти. Есть. Отходим. Готово. Отлично. Ну все, теперь можно спокойно ходить. Так, что там говорила, через верхний этаж попробовать? Давай попробуем. Может, все-таки не надо так дерзко? Вроде бы всех положили, но это не точно. Так, где бункер-то ваш ебаный? Вот он. Как туда попасть? Вот. Что это за штука? Можно вот так сделать. Дайте подсказку. Как попасть в бункер? Вниз. Все-таки, наверное, со второго этажа, а не с третьего. Ну ладно, пойдем посмотрим. Оглядись через очки. Ой, не умничай, нихуя. Это что такое? А, вот это тоже надо вот так сделать. Это лазерные штуки. Я нашел бункер, но дверь, похоже, из стали, дюймов 8. Нури не экономил. Уж лучше попробуй потолок, он тоньше. Потолок. Я вас понял. Подорвать, что ли? Все-таки на третий. Ну давай. А где лестница-то?
Вот здесь он прям. Как попасть в эту комнату? Так. Давай ебанем тут чем-нибудь. Сидит такой, блядь. Ничего не замышляет. Не подозревает. Мэн, полдором! Полдором! Оружие на пол, руки за голову, всем лежать банк. Мордой в пол! Американец? Разве ты не от иранцев? А зачем ты Ирану? Может, сперва решим более насущные проблемы? Сэм, они снаружи. Ударный взвод. Ломают дверь. Я полагаю, это Коц. Если сможешь вытащить меня отсюда живым, обещаю, щедро награжу. У всех да? есть своя цена. Мне нужна информация. Маджрид Садик. Даже если б я его знал, все равно никому ничего не сказал бы. В нашем деле это главное правило. Ломай ему хребет. Но нет правил без исключений. Будет тебе, Садик. Это идея. За мной. Под особняком есть туннель, я сам его устроил. Он ведет вот к личному причалу. Чего выпендривался? Так, а еще мне нужно патроны. Ну иди, ты же сказал за тобой. Жук, бля, хитрый. Спокойно. Оп. Где ты? У них тоже тепловизоры есть. Вижу цель. Опа, нихуя себе. Вот это ты, блядь, молодец, затаился, конечно. А нахуй тебе дали эхолокатор, ты не помнишь? Под особняком есть туннель, я сам его устроил. Скорее он всего, ведет к личному специально для причалу. Таких целей. А я пока здесь о, подожду. Ты ебаный в рот. Будь наготове. Нихуя себе, разберись, а я подожду. Молодцы вы такие. Так, смотри, раз. До свидания. Готов. Хорош. Нури, пошел. Срочно надо оружие. Опа, они нас отрезали. Вижу их. Я остаюсь здесь. А я? Я не хочу туда. Пиздец. Так, стоп. Осколочная. Давай. Они здесь. Тихо. Да ёбаные патроны, чё вы заканчиваетесь-то постоянно, блять? Как у меня за горит очаг. Под особняком есть туннель, я сам его устроил. Он ведет к личному причалу. Я рад за тебя, блять. Разберись с ними, а я пока здесь подожду. Будь наготове. Пошли. Нури, пошел. Они нас отрезали! Вижу их. Я остаюсь здесь. Давай попробуем вот так. Пока не будем туда лезть. Попробуем отсюда отстреляться. Да ёбаный твой рот, да прицелься ты. Семён, сука! Блять, ну у тебя же все нормально получалось. Чё ты, блять, не можешь, сука, прицелиться через карниз? Заебал! Мёртв, охуенно! Четко, заебись! За мной. Под особняком есть туннель, я сам его устроил. Он ведет к личному причалу. А я пока здесь подожду. Будь наготове. Нури, пошел. Пошли. Ебантей. Они нас отрезали. Вижу их. Я остаюсь здесь.
Они здесь. Тихо. Так, у нас слезоточивый газ на готове. Перезаряди. Блядь, 9 патронов. Серьезно, сука. Мне нужны патроны. А то все это хуйня. Быстро, быстро, блядь. Где патроны, ебаные? Пиздец. Короче, патронов нет. Но вы держитесь. Сейчас Нури захуярят. Нет, не захуярили. Он так незаметно спрятался, что даже я так не могу. Тихо, там еще, по-моему, один где-то был. 7 патронов, блядь. Где еще один? Вон он. Готово. Все чисто, бегом. Где этот туннель, Нури? Уже близко. Фу, блядь, говно и воняет. Друг, мне нужны патроны, иначе мы с тобой далеко не уйдем. Мы уже почти у входа. 6 патронов, ты понимаешь, что мне нельзя вообще промахиваться ни разу, а я так не могу. Грим, мы приближаемся к туннелю. Есть варианты? Есть один. Река – единственный путь. У причала Нури есть лодка. Тут и для меня оружие найдется. Нет, но это хорошо. Мне пуля в спину ни к чему. Нури должен выжить при обнаружении вражеские... подкрепление, чего? Стоп! Жить, стоп, стоп, где-то здесь что-то есть. Схема простая. Вот, он ура. Он наличный, я ему солдат. Отлично. Зачем ему солдаты? Живем. Не мое это дело. Блять, надо дробовик брать. Я манал. Погнали. Ёба народ. Не спеши. Да сколько их там? Да ты что, издеваешься? Вот как ты обходишься с теми, кого защищаешь. Притихни, нам обоим будет проще. Я защищаю тебя, ты защищаешь меня своей тушкой. Так что, в принципе, мы друг другу помогаем. Страшно, вон он, сука, я его вижу. Постараемся сделать так, чтобы он нас не заметил. Иди быстрее, блядь. Так, для доступа к гаджетам, что у нас есть? Что нам может помочь? Камера липучка? Нет, нам может пикалка помочь. В какой-то степени, ладно, сейчас разберемся. Вон там молодой человек где-то был. Мы постараемся его обойти. Сука, 104 метра идти. Это ж пипец как далеко. Это плохая идея. Разозлить Куц, вот плохая идея. Нравятся последствия? Понизу, так это. Вон там кто-то был. Отвечаю, там кто-то был. Ладно, пойдем здесь. Сука, сука! Спокойно. А вот еще один идет, блядь. Мандаты, блядь! Сэм, приближается огромная толпа ребят из КУС. Это хуёво. Сэм, поторопись. Я и так, блядь, тороплюсь, он не идет быстрее. А, идет. Давай, перебирай своими ножками ебаными. Пока нам их из жопы не повыдергивали. Бегом к причалу. Я бегу! Так, мы уже почти на месте. Давай, 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 погнали, погнали, погнали. Давай, шевели копытами. Замри! Как скажешь! В смысле замри? Я думал, мы убежим и все. Мы так не договаривались. Блин, ладно. Сейчас размотаем их. Попробуем.
хотя бы. Лови. Сэм, прямо к вам движется штурмовая группа Худ. Понял. Да стреляй ты, ёбаный Семён, сука! Чё за блядь? Давай шевелись. Быстро, 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 блядь, по-моему, я пошел не тем путем. Сейчас мы получим пизды. Замри, как скажешь. Ну-ка, давай вон туда. Попробуем отсюда. Один. Сэм, прямо к вам движется штурмовая группа КУС. Понял. Готово. Граната. Осколочная. Если кому-то мало, могу вот здесь подорвать. Куда нахуй? Я тебе сбегу сейчас, падла. Ну? Что происходит? Сука. В смысле? Вот он же он. Семён, ты что делаешь? Чё, не пойму, что происходит. Ну уже. Куда ты собрался, придурок? Ничего, что я в тебе целюсь? Идиот. Давай, вперед! Что происходит? Это что, проглючило игру опять? Где все? О, вот и все. Блять, броневой пошел. Сука. Лови. Что случилось? Ай, блядь, а так все хорошо шло. Какой-то тупняк с противниками тоже, блядь, я их вроде всех заводил, никого нету, этот что-то дергается, пытается убежать, замри. Хотя я тут рядом как с ним стою, блядь. Бред. Полный бред, блядь. Что делаешь, придурочный? Ты бы не хотел сдохнуть, блядь. Сэм, прямо к вам движется штурмовая группа КУЦ. Понял. Я уже знаю, как с ними поступить. Вот так. Готово. Еще одно. Хуяли вы выжили, мужики. А, понял. Лови. Да. Хорош. Все? Или еще что-то? А ну-ка стой, блядь. Нет, там еще кто-то есть. Блядь, он не сдох? А какого хуя он не сдох? Так. Давай попробуем так. Все, готов. А ну-ка стой, ублюдок маленький. Куда это мы собрались? Думал уехать без меня? Да, хотел бы. Уже не хочу. Правда. Да! Имена, живо. Вот, держи. В этом файле имена и номера паспортов всех агентов, посланных Садику. Квартира, явки, пароли. Грим, отправляю тебе файл с телефона Нури. Проверь его. Сейчас.
сейчас. У нас нет времени. Думаешь, я тебе доверюсь? Сэм, выдвигайтесь. Они уже совсем рядом. Да, похоже на то, правда? Файл Нури проверен. Валите. Ну, теперь мы уже и победили, получается, что... Опасные ребята, вот эти ниндзя, которых на меня натравили в конце игры, они, суки, еще уворачиваются, охуевшие совсем. Как не по-христиански все это. Перевод денег подтвердили. Так, ну я, получается, тогда уже опять пантера. Хорошо, там на арбалет немножко насобирал. И это круто. Данные Нури нам пригодятся? Мы проверяем номера паспортов. Если повезет, получим данные о людях Садика. Почему его отпустили, я должен торчать тут с вами? Потому что ты нужен здесь, а он там. Вашингтон считает, что Иран связан с черным списком. Нури может быть их агентом, а ты просто оставил его там. Он будет нашим вкладом. Это ошибка. Положение в Иране рискованное. Ты часом не общалась с госпожой президентом? В другой раз не забудь рассказать ей об этом. Чарли. Маяк. Взял твою идею с письмом и закинул вирус в телефон Нури. Есть навигация, прослушка, файлы и шанс, что он заразит свой компьютер, пока не сменит телефон. Так узнаем от Нури больше, чем если бы заперли его с Кобином. Не согласен. Все, понял, тебе плевать, молчу. Вашингтон дает нам одни догадки. Факты достаю я. Ты рискуешь войной. Садик уже развязал войну. Мы должны ее остановить. Продолжай проверять паспорта. Нужна зацепка и побыстрее. Так, что у нас тут новое задание нарисовалось, да? Скорее всего, да. Ну, стало быть, все. Заканчиваем серию. Продолжение будет в следующий раз. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, то пишите в комментариях. Лига сюда. С вами был Лига. Всего хорошего.